Чабаны населяли Сокольскую область еще немногие тысячелетия, задолго до того, как здесь образовалась современная республика Кыргызстан. Бывшая часть Великого Шелкового Пути, эта местность входила в состав многих империй, но для коренных жителей она всегда оставалась тихим благодатным уголком среди суровых горных массивов. Их малое исследование кочевого уклад жизни до сегодняшнего дня не претерпевало изменений. Но постепенно сюда начали проникать государственные все деньги, а предгорье Тяньшаня стало привлекать многочисленных туристов, размывая древнюю культуру. Благодаря новым возможностям местные жители переселялись в деревни, освоили грамоту и заняли свою нишу в туристическом бизнесе. Чон-Аксу или Григорьевское ущелье – одно из красивейших мест Сокуля. Запомнили внедорожники, гостевые юрты, а также подростки, способные как лихо скакать верхом, так и не менее бойко торговаться. Как вы относитесь к туристам? Ой, мы с душой относимся, чтобы они как хотят, так и все приготовили. Пожелания туристам хотят, делай все. А сколько вы уже занимаетесь этим делом? Я раньше вот возле озера все время там была. Возле Сокуля там торчан вставляла в юрту, а в этом году 10 раз. В горах лучше, чем там, на озере. Может быть, какие-то проблемы есть, которые мучают? Ну, самое вот главное у нас электричество нет, с холодильниками проблема. А вот отношение к туристам вот именно к вам? Вот. Да, они тоже очень хорошо относятся. Некоторые интересуются, как мы живем, как, где живем, у нас есть хозяйство, нет, в общем, с нашей жизнью тоже интересуются. И они относятся очень хорошо. Что вас здесь привлекает именно вот в этом ущелье? Мы туристы первый раз здесь. Первый раз. Пока ничего не увлекает. Ага. Мы вообще в Киргизстане первый раз. Ага. Какие-то вот ваши стереотипы ломают, не ломают. Это ваши дали, не это ваши дали. Ломают. Сервиса мало. Сервиса мало, да. Практически нет. Сервис нет вообще. Что? Ты же правду хотел услышать? Так вообще вот. Отношения вот местных к туристам как вообще нормально? Отлично. Местные да нормально. Люди очень хорошие, гостеприимные. Насчет разговора вообще не может. Все, что они хотели дать нам, мы получили.
Миша. Местное население, конечно, доброжелательное, что тут говорить. Соответственно, стереотипом или представлением спрашивают, когда вы сюда ехали? Ну да, да, хорошо, конечно, и озеро, и вот, и ущелье. Может быть, есть какие-то проблемы, то что хотелось, может быть, там чего-то не хватает здесь? Наверное, может быть, присутствует проблема загрязнения немножко, так. Мы работаем сами в туристической фирме Golden Fish. Я работаю там туроператором. Вроде бы они все довольны, но я думаю, что еще нужно добавить что-нибудь такого сервиса, чтобы с год за годом, чтобы туризм продвигался. И мы стараемся, чтобы все они каждый год приезжали побольше, чтобы все были довольны. Конечно, есть проблемы, некоторые нюансы. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Никому не, как бы, всем не угодишь, правильно? Вот. Ну, в основном все довольны и нормально, все нравится. Вот, считай, июль, август, все, два месяца. А остальное время как вот? Ну, остальное время, вот, дома вот, хозяйством занимаемся, там у нас доля есть, земля. Большинство, вот, например, туристов уходит. У нас все продукты покупают, банину покупают, смородину, там все. Все, государство как-то помогает? Никакого не помогает. Кто будет помогать? Нет, кто будет помогать? Сами. Вот, кстати, в основном какие туристы приезжают? Откуда? Ну, у нас вот это, с России приходят. И в основном, и Казахстана. Все хорошо, что у нас ущелье есть. Ну, отдыхающие приходят, мы тут торговлей занимаемся. Хотя бы зарабатываем. Юрту некоторым, ну у нас вот 20 юртов здесь стоят, примерно где-то 20 юртов. Вы сколько вот занимаетесь именно вот медом? 35 лет на манеже. 35? Да. Каждому жителю Киргизии дал по 5 грамм меда. 5 грамм. Ну, на 5 миллионов, это были 5,5 стало. Туристы нас кормят. И чем больше туристов будет, тем страна наша будет выше. У местного населения отношение к туристам самое доброе. Они рады вообще наплыву туристов? Да. Чем больше туристов, тем лучше настроение у местного населения. Так как они привозят сюда финансовые средства. Люди, которые работают в ущелье, вот, которые катают туристов, например, на лошадях, они вообще откуда? Они здесь живут, в этой деревне? Да, это местные ребята. В каникулы там же работают. А чем занимаются остальное время? Учебу. Да, дерлеры бардак. Ну, они вот сено косят, там работают после этого. Пахота работает. Ведь раньше туристов не было, теперь туристы есть. А что поменялось? Они же... Ну, раньше работа была там немножко. Вот. Тогда вот в колхозе, совхоза был, тогда работа была. А сейчас вообще работы нет. Вот. Они временно работают там же. То есть они идут работать в ущелье, потому что здесь нет работы? Работы нету. Конечно. Нету.